Готов принять всех желающих. Новый спортивный комплекс с 50-метровым бассейном на улице Университетской распахнул свои двери для посетителей. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Сургута Вадим Шувалов. Поплавать горожане могут по вечерам с 19 до 21 часа. В продажу поступили как разовые билеты, так и абонементы на месяц. Одно посещение бассейна взрослому обойдется в 130 рублей, ребенку до 14 лет – 110. Месячный абонемент стоит чуть более 1500 рублей для взрослых и 1200 для юных сургутян. Время одного сеанса плавания стандартно 45 минут.